индикатор для бинарных опционов ADX Turbo версия 21 – это стрелочный индикатор, который, как утверждает его создатель, гарантирует 80% прибыльных сигналов. Для начала работы с индикатором стоит понимать технический или фундаментальный анализ, так как основан он на сигналах в виде стрелочек. Что такое технический или фундаментальный анализ, вы можете узнать на нашем сайте, перейдя по соответствующим ссылкам. Итак, ADX Turbo версия 21 – это новая версия известного индикатора Binary ADX, разработанная в 2021 году. По словам разработчика, индикатор полностью переработан и использует новые алгоритмы. Единственное, что осталось от первоначальной версии, это приставка ADX, что обусловлено всего лишь огромной популярностью среди трейдеров индикатора предыдущей версии. На данный момент инструмент платный, и его цена составляет 159 евро. Но для ознакомления с нашего сайта вы можете скачать индикатор ADX Turbo версия 21 абсолютно бесплатно. Характеристики индикатора для бинарных опционов ADX Turbo версия 21. Этот индикатор используется в терминале MetaTrader 4. Таймфрейм – любой. Экспирация – одна свеча. Типы опционов – call and put. Торговые инструменты – валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары. Время торговли – круглосуточно. Рекомендуемые брокеры – Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium. Установка индикатора для бинарных опционов ADX Turbo версия 21 в MetaTrader 4. Индикатор устанавливается стандартно. Инструкция по установке любого индикатора в терминал MetaTrader 4 есть на нашем канале в YouTube, поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео. Установка индикаторов на терминал MetaTrader 4. Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов ADX Turbo версия 21. В свойства индикатора включен набор переменных, где можно отключить или включить оповещение алерты. Alert on – главная переменная, где значение true включает оповещение индикатора, а значение false отключает. Alerts message – по умолчанию значение true индикатор показывает всплывающее сообщение с оповещением от индикатора. Alert sound – включение-отключение звука оповещения. Alerts email – включение-отключение оповещений по электронной почте. В отличие от других подобных индикаторов, эта версия, по словам автора, не перерисовывает сигналы. Более того, разработчики утверждают, что эффективность сигналов индикатора составляет минимум 80% на любом рынке. Основа работы индикатора, естественно, автором не раскрыта. Есть всего лишь упоминание о том, что сигналы основаны только на Price Action. Перейдем непосредственно к результативности сигналов индикатора. Для всех сделок существует только два правила. Первое. Как только вы видите синюю стрелку вверх, вы покупаете опцион call с короткой экспирацией в одну свечу. Второе. Как только вы видите красную стрелку вниз, вы покупаете опцион put с короткой экспирацией в одну свечу. Эти правила применимы всегда как для краткосрочных таймфреймов M1, так и для больших таймфреймов от H4 и выше. Это основные рекомендации автора для торговли бинарными опционами. Даже непродолжительные тесты показали, что это правило чаще не работает. Индикатор в действительности перерисовывает сигналы, и они могут появиться в последние секунды до закрытия свечи, а сами оповещения срабатывают слишком поздно, после закрытия свечи. Поэтому данный индикатор стоит использовать вместе с другими методами торговли бинарными опционами. И прежде всего необходимо понимать, что такое тренд.
и что такое флэт. Также стоит разбираться в психологии трейдинга. И никогда нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. В этой статье мы убедились, что даже несмотря на слова автора про эффективность и точность работы его индикатора, на самом деле индикатор показался весьма посредственным и абсолютно ничем не отличающимся от других так называемых граалей. Перед покупкой любой платной системы стоит ознакомиться с результатами тестирования их работы хотя бы на протяжении 6 месяцев. Спасибо за внимание. Хорошей торговли!